Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Tecno Phantom, и сейчас я покажу вам, как поменять обои. Итак, мы зажимаем пальчик на пустом месте экрана, выбираем обои. И здесь мы можем выбрать либо какие-то системные обои, либо также можем выбрать что-то из галереи и живые обои. Вот, я выберу системные. Нажимаю «Установить» и выбираю, на какой экран хочу их установить. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.